Добрый день, уважаемые друзья, добрый день, коллеги, партнеры. Подходит к концу очередная рабочая неделя. Сегодня пятница, 13 часов. Людей у нас даже не набирается на одну футбольную команду, но тем не менее. Еще раз здравствуйте. Речь у нас сегодня на вебинаре должна идти по маркетинг-плану компании Skyway Capital. Вот. Хочу вас поздравить с началом действия дисконта седьмого этапа. Я думаю, ни для кого для вас не секрет, да, то, что этот дисконт немного меньше, чем он был до 9 июня. Но, тем не менее, мы двигаемся вперед, технология развивается. Венчурность проекта группы компаний Skyway становится все меньше и меньше. То есть уровень риска с каждым днем все уменьшается, потому что ежедневно ведутся работы по строительству экотехнопарка. Заказывается оборудование, которое нам необходимо для того, чтобы в октябре месяце продемонстрировать уже первую действующую дорогу в Минской области, недалеко от города Марьиногорка, на территории Международного центра демонстрации и сертификации Skyway. Его теперь можно называть таким образом, потому что в целом ряде документов проходит информация именно таким образом. Скажите, а есть ли среди вас те, кто еще не успел ознакомиться с новым бизнес-планом компании Skyway, группы компании Skyway? Есть такие люди? Если есть, поставьте минусы в нашем чате. Документ о 71 странице, да, на котором изложена информация по текущим расходам, которые несет группа компании Skyway, что необходимо сделать, сколько это будет стоить и каким видится нам доход в будущем после того, как мы продемонстрируем возможности струнного транспорта. Там взяты цифры, по-моему, до 25 или даже до 30 года. Вот, поэтому вы можете зайти в раздел новостей, найти эту информацию, скачать себе на компьютер, потому что не факт, что нужно обязательно сидеть и ждать, да, там читать только непосредственно в интернете. Захотите, можете его распечатать. Там, как я сказал, всего 71 страница. То есть с этим документом рекомендую ознакомиться, особенно тем людям, которые часто задают вопросы, но когда же мы сможем получить там первую прибыль, да, когда придут первые деньги и так далее, и так далее. То есть в документе подробно все это рассказано. Вот. Задам вам еще один вопрос. Всегда легче общаться с людьми вживую. У нас, кстати, на этой неделе прошла презентация «Живая» в городе Москва. И 21 числа будет такая же презентация. Единственное, по адресу мы уточним. То есть вторник, 21 июня, планируется живая презентация в Москве. И у вас, если есть партнеры, друзья, знакомые, коллеги, которым может быть интересна возможность, которую предлагает компания Skyway Capital и группа компании Skyway, да, то есть вы можете их пригласить на это мероприятие. И, кстати, следите за информацией о наших офлайн-мероприятиях на странице сайта компании Skyway Capital. Вы заходите в раздел «Компания», «Региональные лидеры», кликайте мышкой по этому разделу, и у вас открывается информация о лидерах, которые у нас работают в целом ряде регионов и стран. Да, и там есть ссылка на мероприятия, которые проходят в целом ряде регионов, живые мероприятия. Там написаны даты, написаны ответственные, их телефоны. Итак, один человек только не ознакомился с информацией, про которую я спросил. Скажите, а есть ли те, кто не строит партнерской структуры, кто не разобрался в партнерской программе, цифру 1 поставьте. То есть не стесняйтесь. Потому что, в принципе, партнерская программа, конечно, она в первую очередь как инструмент дана тем людям, которые хотят, ну, скажем так, помимо того, что они становятся инвесторами в нашем проекте, помимо того дохода, который в недалеком будущем уже будет давать, скажем так, те пакеты долей компании, которые вы сегодня можете приобрести, это возможность зарабатывать деньги здесь и сейчас. То есть я думаю, что деньги лишними не бывают. Да? И у большинства людей, которые являются нашими инвесторами, есть еще какие-то цели в жизни, есть какие-то вопросы, которые необходимо решать. Вот. Не только, скажем так, ждать, когда реализуется технология, да, разработанная Юницким. Но также вы имеете возможность делиться информацией с людьми, которые вас окружают, и за это вам компания готова выплачивать денежные средства. Вот об этом мы сейчас с вами и поговорим. Какие проценты и, скажем так, с какого этапа вы можете получать, если вы, не занимаясь тяжелым физическим трудом, да, не идя куда-то в институт либо университет обучаться, скажем так, получать инженерное образование в направлении транспортной отрасли, да, в мире финансов. То есть достаточно того, что вы разберетесь в информации, которая выложена на наших сайтах, будете посещать мероприятия, будете расширять свой кругозор в направлении и технологии, что она из себя представляет, и в плане тех новостей, которые происходят, это, наверное, даже более важно, и будете делиться этой информацией с окружающими вас людьми. Одно могу сказать, что вот даже написала
Тамара, что у нее как бы, точнее, да, у Тамары только один реферал, ну, можно сказать, только один реферал, либо уже, потому что все еще зависит от того, как активно вы строите свою партнерскую структуру, да, какие действия вы предпринимаете. Важно найти, наверное, гармоничный такой подход использует, то есть не нужно с большими удивленными глазами, точнее радостными, там, фанатичными глазами всех останавливать вокруг и кричать, что ура, эврика, я нашел способ, как можно озолотиться, да. Но тем не менее, спокойно делиться информацией с людьми, которые вас окружают, зная какие-то вопросы, которые нужно решить, они могут быть разные. Кому-то надо обучить детей, кому-то надо, может быть, поправить здоровье, кто-то хотел давно попутешествовать, кто-то хотел что-то приобрести, вы можете сказать, ты знаешь, я знаю, как тебе помочь. И пригласить на мероприятия, которые проводятся в нашей компании. Будь то онлайн мероприятие, расписание легко можно найти, да? Будь то офлайн мероприятие, которое проходит в ваших городах. Было бы желание это делать, было бы желание помочь. Так, друзья, еще буквально два слова. То есть, в принципе, маркетинговых планов, да, компаний, которые работают в мире MLM-бизнеса, их огромное количество. Вот. И эти компании предлагают свои маркетинг-планы, каждый по-своему уникален. Вот. Но в большинстве случаев, скажем так, компании, приходящие на рынок, уже имеют руководство компании, устоявшуюся, скажем так, маркетинговую политику, продукцию, которая у них есть, и услуги. То есть, фактически, они предлагают любому человеку стать... Слово есть такой дистрибьютор, да, то есть человеком, клиентом, который использует услуги или его продукцию этих компаний, и они готовы за это платить деньги, то есть тоже в соответствии со своим маркетинг-планом. Но есть важный элемент, который, скажем, отличается, наверное, я считаю, в сторону лучшую компанию Skyway Capital. Смотрите, компании, которые имеют маркетинг-планы, у которых есть MLM-программа вознаграждения, скажем так, многоуровневая система вознаграждения своих партнеров, ну, предлагает вам создать многомиллионные товарообороты, построить большие структуры, заработать серьезное количество денег, но фактически единицы из них предлагают вам стать совладельцами компании. Да? У очень немногих компаний в маркетинг-план где-то вписано, что вы можете достигнуть высшей квалификации по карьерной лестнице, и вам будет предложено там либо выкупить, либо вам дадут в подарок какое-то количество акций этой компании. У нас все немножко по-другому. Вот. У нас здесь вы становитесь совладельцами компании, и товар этой компании, да, в ближайшее время, там через год, два, три, выйдет на мировой рынок. Этот товар будет использоваться, то есть по технологии будут строиться дороги, дороги начнут приносить прибыль, и вы будете получать доход с каждого построенного километра дорог. Это все равно, чтобы вы, например, стали совладельцами компании Apple, Microsoft, да, там Dell Computers, либо еще, скажем так, кучу компаний, которые сегодня имеют миллиардные товарообороты в сфере IT. Но на начальном этапе, например, руководство этой компании к вам обратилось и сказало, что проинвестируй 100, 200, 300 долларов в мой проект в конце 70-х годов, да, и все, что будет продаваться в разных уголках земного шара, будут делаться многомиллионные, миллиардные товарообороты, часть этого прибыли в виде дивидендов мы будем выплачивать тебе. То есть, если бы это произошло с вами в конце 70-х годов, да, вы стали бы сегодня мультимиллионером. У вас есть возможность стать именно таким человеком, но уже, скажем так, при использовании технологии, разработанной Юницким. Я думаю, никто из вас не будет спорить со мной, что сфера транспорта – это очень денежно емкая сфера. Миллиарды, триллионы долларов крутятся в этом направлении. Да? Мало того, огромное количество людей ежедневно пользуются услугами транспорта. Перевозятся грузы, не только люди. Да? И это движение осуществляется ежедневно и в больших объемах. Так вот, с этого движения вы можете получать доход в недалеком будущем. Вот это предложение к вам делает группа компании Skyway. А помимо всего прочего, делясь информацией о том, что такая возможность есть в будущем, да, вы имеете возможность получать процент от привлеченных инвестиций в наш проект. Проект, который сегодня направлен на создание строительства экотехнопарка, создание центра международной сертификации и демонстрации в Минской области, недалеко от города Мариногорка, откуда наш товар, да, наша услуга транспортная, можно так к этому подойти, по всему миру разойдется. И вы будете получать доход, так как стали совладельцем технологий на этапе инвестирования в корневую технологию. Итак, партнерская программа, она достаточно проста. Действия, которые необходимо делать, по большому счету, это работа с информацией. Да? То есть, как когда-то я слышал выражение, более 10 лет назад, оно относится к миру MLM-бизнеса, болтун здесь добьется большого успеха. Но болтать, опять же, нужно, скажем так, в разумных пределах, в определенных рамках. Болтун имелось в виду тот человек, который будет об этом рассказывать. Не тот, кто болтает, что попало, да?
а именно дает информацию своему окружению. В повседневной жизни, то есть тем людям, которые вас окружают ежедневно, это могут быть родные, близкие, друзья, знакомые, партнеры по бизнесу, коллеги по работе, то есть люди из мира социальных сетей, это уже мир интернета, да, с которыми вы общаетесь. Вот. Ну, наверное, я опять же не сторонник того, чтобы вы спамили везде. Хотя и такое бывает, вот буквально на конференции в Москве на последний человек у нас розыгрыш осуществляется, еще, кстати, ну, маркетинговый ход, некоторые говорят и так далее. Да, мы разыгрываем лотерею, и три человека у нас из зала уходят очень довольные, потому что кто-то из них уходит с книгой Анатолия Эдуардовича Юницкого, да, а точнее об Анатолии Эдуардовиче Юницком, Юницкого «Небесной дороги», кто-то ушел у нас, вот один молодой человек ушел с 500 подарочными акциями компании Skyway Capital, и еще один человек получил 1000 подарочных акций. Вот. И по сути дела, люди иногда попадают к нам в нашу, скажем так, армию инвесторов посредством спам-рассылки. Он так и сказал. Мне, говорит, в скайпе там кто-то прислал непонятно что. Я там раз посмотрел, потом через полгода еще раз пришла такая же спам-рассылка. Я, говорит, решил разобраться и зарегистрировался. Но лучше, конечно, если вы будете делать целенаправленно и предлагать данную возможность тем, кто может заинтересоваться. Да? А вы в своем окружении, как правило, знаете тех людей, которым это может быть интересно. Вот. Даже если вы считаете, что человеку, скажем так, это может быть неинтересно, вы просто задав пару-тройку вопросов, да, как мы говорим, прощупав почву на болоте, вы можете понять, надо ли вообще человеку что-то предлагать. Да? Как правило, если у вас большой круг знакомых, а он не менее 100 человек у взрослого человека есть, задача-то простая. Общаясь с человеком, понять, чем он сейчас живет. Как правило, если у вас нормальное общение с людьми, они сами рассказывают, какие у них проблемы могут быть и так далее. И вам не надо рассказывать про железное колесо, которое катится по железной путевой структуре, да, что минимальное там сопротивление качения колеса, то, что самый низкий, скажем так, аэродинамический коэффициент сопротивления у нас там и так далее, и так далее. Вот. Просто зная, что у человека есть такой вопрос, можете сказать, ты знаешь, я могу тебе помочь решить данную ситуацию, давай с тобой свяжемся тогда-то. И пригласить его на презентацию к своему наставнику на офлайн мероприятие, либо на онлайн мероприятие. Ему может понравиться, может не понравиться. Я на презентациях говорю, что презентация – это место выявления интереса, либо выявления, скажем так, отсутствия такового. Да? То есть человек после презентации может начать задавать вопросы, если поймет, что это может быть интересно, и он чего-то не знает. Либо человек может сказать, да ты знаешь, мне некуда вообще, блин, у меня там все накрылось медным тазом, мне сейчас не до этого. То есть не нужны мне ни деньги, ни акции, моя задача там кран починить и так далее, и так далее. Итак, друзья, возвращаемся к маркетинг-плану. Вот. У нас 6 квалификаций. Название квалификации вы сейчас видите на слайде. И важно понять следующее, что вы можете, скажем так, с разной скоростью, с разным темпом пройти от первой квалификации, которая называется у нас партнер, и до последней. Кто-то быстрее может дойти, кто-то медленнее. Но тем не менее, если вы будете совершать простые действия, если вы будете давать информацию своему окружению, а потом людям, которые пойдут за вами, помочь делать то же самое, развиться, понять, с чем мы имеем дело, да, и давать информацию своему окружению, у вас будет формироваться источник дохода, и даже можно назвать его источником пассивного дохода. Потому что на каком-то этапе люди, которых вы научите, да, и потом с их помощью поможете научить следующих, смогут это делать без вас. А вы сможете себе взять нового человека, потом еще нового человека, потому что вы видите преимущество нашего маркетинга, здесь выгодно научить какое-то количество людей делать простые шаги, потом взять еще нового человека, его обучить, следующего обучить и так далее, и так далее. Итак, друзья, у нас есть не квалификация, но, скажем так, состояние инвестора, либо человека, который зарегистрировался по чьей-либо реферальной ссылке, это называется клиент. То есть клиентом может быть любой, кто нажал кнопку регистрация, да, у нас на сайте, либо по вашей реферальной ссылке, ввел тот необходимый набор данных, который нужно ввести при регистрации, подтвердил на электронном почтовом ящике своем, нажал на ссылку, что да, это он регистрировался. С этого момента у человека есть, скажем так, ну, несколько, наверное, вариантов развития событий. Он может зарегистрироваться, ни разу не заглянуть в личный кабинет, если ему было все равно, да, он просто так сделал действие, не знает для чего. Второе, он может подробно разбираться в информации, задавать вопросы вам, так как вы дали реферальную ссылку, задавать вопросы в отдел информационной поддержки. Я вот настаиваю на том, что нет другой такой компании, в которой работает отдел информационной поддержки, то есть более 10 специалистов на сегодняшний день квалифицированных, которые могут ответить, ну, практически на любой вопрос человека, который интересуется нашим проектом. Наши менеджеры могут помочь и зарегистрироваться, и в дальнейшем разобраться с информацией, что где находится, определить лучший способ инвестирования, если человеку это интересно, да,
помочь оформить пакет акций и так далее, и так далее. Сопровождать потом еще информацию этого человека по жизни, по взаимодействию с нашей компанией. Но клиент может сделать следующее. Он может разобраться в информации, зайти в раздел «Инвестировать», выбрать любой себе пакет, либо несколько пакетов, да, купить, и причем неважно, в рассрочку ли он купит, либо, скажем так, разовым платежом, но он останется клиентом. Он станет инвестором, но останется на уровне клиента. То есть человек, который видит перспективу получения дохода в будущем. Либо от продажи того пакета акций, либо несколько пакетов акций, которые он может купить сразу, либо, скажем так, в недалеком будущем, периодически докупая себе какие-либо пакеты акций. Либо потом в дальнейшем ожидать получения дивидендов на все те доли компании, которые он сегодня приобретает. Второй путь – это человек узнал информацию о том, что можно зарабатывать сейчас, да, зашел в раздел «Инструменты партнера». Да, когда человек зарегистрировался, заходит первый раз в раздел «Инструменты партнера», он просто видит баннер на экране своего монитора, где написано, чтобы информация данного раздела была вам доступна, необходимо заключить агентский договор. И вот если человек говорит: «Да, я готов заключить агентский договор», у него высвечивается текст договора, он с ним ознакомливается, есть поле, в котором он ставит галочку «Да, я согласен с условиями» и подписать. После этого действия человек у нас переходит из ранга клиента-инвестора в ранг партнера. У него становится доступен один из главных, наверное, инструментов, благодаря которому начинает строить партнерскую структуру, это реферальные ссылки. Эти реферальные ссылки он дает людям, которые его окружают. Люди регистрируются по этой реферальной ссылке, что-либо могут приобрести, и этому человеку идет начисление процентов от тех инвестиций, которые приходят благодаря его деятельности и его структуре в нашу компанию. Следует отметить следующее, что даже подписав агентское соглашение и не купив еще ни одного пакета акций, да, пакета долей компании Skyway Capital, начисление на бонусный, и делаю акцент на акционный счет, у нас есть акционный счет, который является подарком от компании, вам могут идти, если люди, зарегистрированные по вашей реферальной ссылке, что-либо приобретают. То есть вы даже можете ничего не купить, зарегистрировали одного там или двух, которые под вами по реферальным ссылкам прошли, выбрали, купили себе пакеты, неважно на какую сумму, 15% с первого поколения вам будет начислено на бонусный счет, и половина от этих 15% вам будет начислено на акционный. На бонусном счете вы можете накопить необходимую сумму и потом эти деньги вывести, да? А вот на акционном счете то, что будет накапливаться, вы можете потратить только на приобретение пакетов акций на светло-серо-зеленом фоне, стандартные пакеты в разделе «Инвестировать» личного кабинета партнера компании Skyway Capital. Что еще получает партнер? Партнер получает возможность получать отчисления в виде тех процентов, которые вы видите сейчас на экране. 1% с четвертого уровня глубины, то есть структура пошла развиваться в глубину. 2 с третьего, 4 со второго уровня, то есть это партнеры ваших партнеров. Да? И 15% от любой инвестиции, которую сделают люди, приглашенные лично вами в наш проект. Это партнер. К нему никаких дополнительных условий, кроме подписания договора, не выдвигается. Следующий уровень, да, называется консультант. Вторая ступенька карьерной лестницы маркетинг-плана компании Skyway Capital. Тут уже есть три условия простых, которые необходимо выполнить. Консультантом вы сможете стать только тогда, когда сами лично приобретете пакетов акций нашей компании на сумму от $100 и более. Это может быть сделано разово, вы можете купить пакеты за $1000 сразу, да? Вот. И второе условие, когда в вашем первом поколении будет не меньше двух человек, которые купили хотя бы на $100. Третье условие, соответственно, если вот классический вариант, ваши 100 и 2 по 100 в первом поколении, сумма инвестиций ваших собственных и первого поколения партнеров должна быть не меньше $300 США. Ну, я вот сказал, что если вы купили, например, на $1000, да, долей нашей компании, соответственно, вы уже суммарный товарооборот перекрыли, и задача здесь просто пригласить двух людей, которые приобретут себе пакетов акций на сумму $100, либо выше, но не менее 100. Консультант получает с 5 уровней глубины, да, 15% по-прежнему с первого уровня, это непосредственно инвестиции в его первом поколении. Со второго уровня уже он получает, начинает не 4, а 5%, с третьего 3%, с четвертого 2% и с пятого 1%. То есть у консультанта появляется один уровень глубины, дополнительный пятый, и на четвертом, третьем и втором уровне на 1% увеличивается уровень дохода. Поначалу это может кажется немного, но если товарооборот большой, то разница даже в 1% существенна. Третья квалификация, либо ступенька карьеры. Называется лидер.
Лидер – это человек, который уже умеет организовать какое-то движение, это человек, за которым идут последователи. Здесь также есть три условия, чтобы стать лидером. Первое – суммарная ваша инвестиция личная должна быть не менее $200 США, и в первом поколении не менее 3 человек, которые сделают то же самое. Но товарооборот первого поколения должен быть не менее $2000 США. Это те действия, которые необходимо сделать для того, чтобы вы стали лидером. В этом случае по-прежнему 15% с первого поколения вы будете получать от привлеченных инвестиций, 7 со второго, 5 с третьего, 3 с четвертого, 2 с пятого и 1 с шестого. У вас добавляется один уровень глубины и увеличивается процент на уровнях. Причем на втором уровне и на третьем уровне это увеличение идет на 2%. Также вознаграждение начисляется на бонусный инакционный счет. И я вам сказал, что во всех случаях на бонусный счет идет положенные проценты по маркетинг-плану, на акционы ровно в 2 раза меньше. Это буквально действует с 9 июня 2016 года. Мастер. Мастер – человек, который уже имеет команду, структуру. Это человек, который умеет и делать сам определенные действия, и научить других. Да, потому что у нас, вы знаете, помните, еще там феодальный строй, были мастера, подмастерья там и так далее, да, производственные силы. Итак, друзья, чтобы стать мастером, необходимо воспитать в своей структуре 3 лидеров, то есть тех людей, которые были, мы же рассказывали о предыдущей квалификации. Суммарный товарооборот ваших личных инвестиций, инвестиций первого поколения, должен достигать не менее $5000, а ваша личная инвестиция должна быть не менее $1000. Когда это все происходит, вы становитесь мастером, и у вас в этом случае добавляются еще 3 уровня в глубину. Первое поколение процент такой же, как и на предыдущих квалификациях, второй 7, 5, но с четвертого уровня 4%, с пятого уровня 3%, с шестого 1%, как и на предыдущей квалификации, и 3 уровня 7, 8 и 9 по 0,5% с товарооборота, создаваемого вашей структурой и командой. Эксперт. Пятая квалификация по маркетинг-плану компании Skyway Capital, пятая ступенька карьеры. Опять же, 3 условия. Ваши личные инвестиции не менее $5000 в наш проект. И в вашем первом поколении есть не менее 2 мастеров. И есть еще 3-й мастер, который может быть в любом уровне глубины от вас. Но важно, что этот 3-й мастер не входит в структуры первых 2 мастеров. Суммарный товарооборот первого поколения и ваш личный составляет не менее $10000 США. Когда все 3 условия выполняются, то у вас к тем процентам, которые мы видели на предыдущем слайде, добавляется следующее. Первый уровень у вас уже 16% за любую привлеченную инвестицию. То есть появился новый человек, либо те, кто у вас были, взяли и купили себе какой-либо из пакетов акций с основного либо с бонусного счета. Вам 16% уже в этом случае начисляют. Со второго по 9 уровень процент тот же, что и у мастера. 7, 5, 4, 3, 1 и 2, и 3 раза по 0,5. Но у вас добавляется еще 11 уровней в глубину. То есть с 10 по 20 уровень вы сможете получать по 0,2% от созданного товарооборота. Итак, друзья, высшая ступенька карьеры маркетинг-плана компании Skyway Capital называется топ-эксперт. Она у нас появилась где-то 2 месяца назад. Да? Ваш личный товарооборот, чтобы стать топ-экспертом, должен быть не менее $10000 США. В вашем первом поколении должно быть не менее 3 экспертов. То есть тех людей, которые выполнили условия 5-й ступеньки карьеры. Да? Суммарный товарооборот первого поколения ваш – $30000 США. Когда все это выполняется, вы начинаете получать максимальный процент, точнее потенциально вы можете получать максимальный процент выплат от того товарооборота, который создает ваша структура. 17% с первого уровня до 20 уровня, да, со второго у вас идут те же проценты, что и у мастера, у эксперта. 7, 5, 4, 3, 1 до 6, по 0,5, 7 по 9, по 0,2 с 10 по 20 и 0,1% вы еще будете получать с 21 по 24 уровень глубины. Вознаграждение также выплачивается, положенное те проценты, о которых мы говорили, на бонусный счет, и половина этого вознаграждения, то есть 50% положенного вознаграждения, идет на акционный счет. Все, что я сейчас говорил, с рисунками, да, которые показаны, точнее со схемами, отражено в этой таблице. То есть партнер получает у нас вознаграждение 4 уровней глубины структуры, консультант с 5, лидер с 6, мастер с 9 уровней глубины, эксперт с 20 и топ-эксперт с 24. Условия у партнера, никаких дополнительных условий. Кстати, у нас большое количество людей, которые не прочь получать доход в виде, скажем так, процентов, которые начисляются с первого, второго, третьего либо четвертого уровня.
они не сильно хотят, может быть, строить какой-то большой бизнес, возможно, им не хочется брать на себя ответственность, скажем так, научиться управлять партнерскими структурами там, в MLM-бизнесе, да, но, тем не менее, они не прочь получать процент, вот, там, возвращать деньги от инвестиций, которые они сделали. Они могли купить там на $1000 своих акций и потом просто-напросто получать вознаграждение от того, что покупают люди. Но, тем не менее, если они купят сами лично на 1000, вы помните условия, да, и минимум 2 человека купят хотя бы на 100, они уже будут консультантами. У них уже процент увеличится. То есть у нас партнер, консультант и даже лидер могут быть людьми, которые, скажем так, делают этот бизнес временами. Да? Вот. Есть такие люди, как называют Рэнди Гейдж, бойцы уикенда, воины уикенда. То есть у них есть чем заниматься в течение рабочей недели, а какое-то количество времени по выходным они готовы уделить развитию данного направления и получению дохода в нашем бизнесе. Личный товарооборот, который необходимо сделать, вы видите на голубом фоне внизу, да, под названиями квалификации прописан. И суммарный товарооборот первого поколения ваш. Казалось бы, можно на этом остановиться, но руководство компании, лидеры нашего бизнеса, да, пришли к решению ввести еще дополнительный бонус. Это опять же где-то около 2 месяцев назад, в середине марта, если не ошибаюсь, дополнили наш маркетинг-план бонусом для людей, которые активно развивают первое поколение, то есть непосредственно приглашают много людей следом за собой. Было бы здорово еще, если бы они этих людей обучали делать такие же шаги, соответственно, у них бы развивалась систематически, динамично развивалась бы их структура. Так вот, для тех, кто активно делает бизнес в первом поколении, да, приглашает людей, дополнительный бонус позволяет получать еще до 3% к тем 15, да, либо 16, либо 17, в зависимости от того, эксперт вы, либо топ-эксперт, вы можете получать. И этот бонус следующий, то есть в течение одного календарного месяца берется с 1 числа, там, с 0 часов 1, там, например, июня, да, по 23.59 30 июня. Если в вашем первом поколении в этот промежуток времени будет куплено 4 пакета акций вашими партнерами первого поколения, да, либо вновь пришедшими, либо те, кто уже был в вашем поколении, и еще важный момент – даже пакеты в рассрочку. То есть, если люди ранее заказали рассрочку, которая у вас в первом поколении, это будет учитываться. Так вот, за 4 первых пакета, которые купили, неважно какой там номинал, вы получаете 15% положенных, но за 5-й уже купленный пакет вам выплачивают 16%, а за предыдущие 4 дополнительные транзакции приходит еще 1%. То есть, получается такая картина, что за все 5 купленных пакетов вы получаете по 16%. Если дальше продолжаются покупки пакетов в вашем первом поколении, там 6, 7, 9, да, за них за всех начисляется 16%, либо 17, либо 18. Но как только покупается 10 пакет, соответственно, за него начисляется 17%, за предыдущие 9 еще 1%. Суммарный товарооборот, который был сделан при покупке первых 9 пакетов, вам начисляется от этого еще 1%. То есть фактически за все 10 вы получили по 17%. Далее 11, 13, 16, 19, за это все 17%. Как только покупается 20, за 20 начисляется 18, кстати, и за каждый последующий тоже, да? Вот. А за предыдущие 19 1% за весь общий товарооборот. То есть получается, что все 20 пакетов, которые у вас куплены в первом поколении, по 18% компания вам начисляет. Чтобы получать этот бонус, необходимо выполнить, ну, ряд простых условий, да? Точнее, условия там или правила получения этого бонуса. Все пакеты должны быть куплены в течение одного календарного месяца. Это я вам сказал. Один человек, кстати, может купить несколько пакетов. То есть у вас может быть активный партнер в первом поколении, который себе купил там 3 числа, 8 числа, 20 числа. Все 3 купленных пакета будут учитываться для выплаты вам этого бонуса. Далее, как я говорил, пакеты учитываются покупки пакетов учитываются тех людей, которые зарегистрированы давно, и те, кто пришли сейчас. То есть разницы нет. Рассрочка. Если люди у вас в первом поколении покупают рассрочку, это тоже идет в счет данного бонуса. Ну и вознаграждение точно так же начисляется на бонусный счет, и половина вознаграждения, которое идет на бонусный счет, начисляется на акционный счет. На данном слайде вы видите пример того, что вы можете заработать, если в вашем первом поколении люди покупают, мы взяли пример такой сухой, простой, пакеты по $50, да? То есть у вас там, если 5 пакетов куплено по $50, соответственно, вам $40 заплатят. Если 10, вам заплатят дополнительно к тем 40, еще 45. Если у вас будет 20, соответственно, к тем деньгам, что вы уже получили, вам заплатят еще 95. Суммарно это будет 180. Ну, вот там 21, видите, номер у нас стоит, потом там пустой шарик. Будем считать их за 2.
За эти два вам начислят еще 18%. Вот. Соответственно, вы получите $198 от товарооборота 1100 в вашем первом поколении. Этот пример, он корректен для квалификации по мастеру включительно. То есть для эксперта этот процент будет больше и выплаты будут больше, для топ-эксперта еще больше. Вот таким вот образом. То есть все достаточно просто, да, то есть у нас выплачивается фиксированный процент. И очень важный, скажем так, не прописанный здесь на слайде преимущество данного маркетинг-плана, то, что первое, у нас нет такого понятия, кстати, нет, это прописано, обгоны и потери структуры, как это происходит в целом ряде MLM-компаний, в большинстве. То есть, если вас догнали в квалификации, вам прекращаются выплаты с глубины вашей структуры. Да? У вас в целом ряде компаний могут эту структуру вообще забрать навсегда, либо поставить условие, что в течение какого-то промежутка времени вы должны выполнить еще какие-то дополнительные условия, чтобы снова там начать получать, либо получать какой-то 1%, да, вот с этого товарооборота и так далее. У нас этого сейчас нет. Вы получаете процент из тех уровней, которые вот мы сейчас с вами говорили. То есть фиксированный процент из товарооборота на тех уровнях глубины, которые происходят в вашей структуре. Маркетинг-план накопительный, тоже огромное преимущество его, да, потому что существует огромное количество маркетинговых планов, где людям приходится создавать товарооборот с нуля каждый месяц. То есть месяц закончился, раздали за это вознаграждение. С 1 числа вам нужно снова создавать товарооборот со структурой. Личная, возможно, активность есть в огромном количестве компаний. Невыполнение этих условий сулит уменьшение выплат, уменьшение процентов, да, и потерю квалификации. У нас такого нет. То есть квалификацию вы потерять у нас не можете. Квалификационным уровнем считается первый уровень, да, то есть, ну, это можно считать плюсом или минусом. Я знаю, существует огромное количество партнерских программ, где есть так называемый элемент компрессии. То есть, неважно, в какой глубине под вами там есть люди, начинающие выполнять квалификацию, они могут вас двигать в следующую квалификацию. У нас нет. У нас первый уровень является квалификационным. То есть, это говорит о чем? У вас может быть в первом поколении 1000 человек, купившие пакеты по $15, и это вас не продвинет ни на шаг вверх по карьерной лестнице. Соответственно, людей, которых вы приглашаете, предоставляете им возможность получить информацию, что они здесь могут зарабатывать деньги. Да? Если у вас есть какое-то количество, там может быть десяток и не один, просто инвесторов, это тоже хорошо, потому что вам по маркетингу начисляются денежные средства. Вот. Ну и показывайте, наверное, людям возможность того, что если они купят большой пакет все-таки, да, у них будет гораздо больше количества долей компании, и, соответственно, дивиденды в будущем, они на это большое количество долей компании, да, получат гораздо больше. И покажите им выгоду от построения партнерской структуры, потому что вот те деньги, которые вам будут падать, как мы говорим, на акционный счет, вы можете докупать себе пакеты акций с акционного счета, да, не тратя, скажем, живых денег, и тем самым увеличивая портфель инвестиций в нашей компании. Это все будет накапливаться, и на увеличивающееся количество вот этих долей компании в дальнейшем вы будете получать большее количество дивидендов. Поэтому партнерская программа, она вдвойне выгодна. Она вам и деньги сейчас приносит, да, и благодаря тому же акционному счету, пока еще компания, скажем так, щедро дарит эти подарки в виде денег на акционный счет, вот, вы можете увеличивать портфель инвестиций в нашем проекте и стать крупным акционером группы компании Skyway. А если вы активно строите партнерскую сеть, то у вас там будут, скажем так, тысячами, возможно, доллары копиться на акционном счете, и на эти деньги вы можете покупать себе из списка стандартных пакетов крупные пакеты, что, кстати, происходит с большим количеством людей в нашем проекте. Вывод средств, то есть, чтобы вывести заработанные деньги по партнерской программе, вам достаточно накопить на бонусном счете сумму от $30 США. Условия роста квалификации, вы уже, наверное, из того, что я рассказывал, поняли, да, то есть это объем инвестиций ваших личных и объем инвестиций людей первого поколения. Минимальная сумма, даже $15, да, инвестиций, могут позволить вам получать доходы, как я говорю, и $100 в месяц, и $1000, и несколько тысяч долларов в месяц. Вас никто не будет заставлять докупать, скажем так, пакеты акций живыми деньгами, вот. Но, тем не менее, вы сами потом сориентируетесь, надо ли вам, скажем, тратить деньги с бонусного счета, да, либо вам достаточно, скажем так, того большого объема, который у вас происходит на акционном счете. Но хочу сказать, что периодически в нашей компании проходят интересные промо-акции, выгодные пакеты, да, и, как правило, вот на эти выгодные пакеты, там, с повышенным дисконтом, можно проинвестировать денежные средства только с основного и с бонусного счета. Поэтому, опять же, строить партнерскую структуру выгодно, потому что у вас на бонусном счете может быть необходимая сумма, чтобы принять участие в акции, где вы получите большое-большое количество долей компании, да, ну, остаток выведите, например.
У нас высокий процент выплат, то есть до 20% вы можете получать с первого поколения, мы с вами это рассмотрели, да, и до 7% от 0,1 вплоть до 24 уровня глубины. Никто не может вас ограничить по количеству тех людей, которых вы можете зарегистрировать по своей реферальной ссылке. Одна, наверное, просьба: регистрируйте, пожалуйста, тех, кто, скажем так, принял решение сам, да, и разобрался в этой возможности. Не регистрируйте людей, которые не знают даже то, что вы их регистрируете. Мы имеем отношение к ценным бумагам, да, в итоге. Мы имеем отношение к деньгам. Вот. Но есть, скажем так, другая сторона вопроса. Не старайтесь сделать людей счастливее, чем того они хотят сами. Потому что не всегда благими намерениями устланы дороги в рай, вы знаете, да? Поэтому вы можете дать человеку информацию, если он разобрался, увидел перспективу и так далее, и он регистрируется за вами, это здорово. Вот. А если вы правдами-неправдами выцегнили каким-то образом у него паспорт для того, чтобы ему купить пакет акций и так далее, да, потом придется подписывать договор. И вот тогда он вам может не дать там ни ксерокопии паспорта, ни... вы не подгрузите просто-напросто его документы. Потому что он скажет: слушай, а ты куда меня втащил? А вы надеялись, что вот, купив ему пакет этих акций, да, он там вас подымет на руки и будет там сутки носить на руках, крича всем, что вы его осчастливили на всю оставшуюся жизнь. Вы знаете, зачастую происходит обратно. Поэтому я вам рекомендую, когда вы даете информацию людям, а их много вокруг вас, да, не старайтесь каждого встречного, кому вы рассказали эту информацию, схватить за руки, притянуть его за рога и заставить зарегистрироваться и купить пакет акций. Это сделают те, кто поймет, да, вы знаете это. Это сделают те, кто увидит перспективу. И если в вашей структуре как раз таки будут вот люди, которые ознакомились с информацией, поверили вам, поверили, скажем так, тому, что данный проект вот-вот уже будет реализован, увидели, скажем, выгоду свою, все-таки в слово «выгода», да, мы как бы ее не обойдем, вот. А кто-то, может, наоборот, одухотворился и увидел, что наконец-то он может свои физические усилия, моральные, духовные приложить к чему-то великому, да, и он начинает это делать. Вот. То есть люди, которые поняли, что они могут и что-то получить взамен, да, и гораздо больше дать, потому что огромное количество людей вокруг вас нуждаются и во внимании, и в деньгах, и в информации, и в доходе в будущем, и в доходе сейчас, да, то есть, скажем так, вариантов, что мы можем людям предложить, их огромное множество. Ну и бонусное вознаграждение, как я вам рассказывал, начисляется в денежном эквиваленте сразу на бонусный акционный счет. На акционный счет с 9 июня идет половина той суммы, которая начисляется на бонусный счет. Еще, наверное, есть два преимущества нашего маркетинг-плана, нашей партнерской программы, которые на слайдах не прописаны. Первое из них, да, то, что фактически деньги, заработанные вами, вот за вами регистрируется человек, например, завтра он что-то купил. В течение короткого промежутка времени вам на бонусный счет происходит начисление. То есть фактически мгновенное почти. Ну, мгновенно не могу сказать, там, что это в секунды происходит, хотя иногда так и бывает, да. Вот. Но тем не менее, вы можете там на следующий день, если сумма соответствует $30 либо выше, эти деньги вывести. То есть вы хоть 10 раз в день подавайте заявки, если у вас, скажем так, будет идти бурно строиться структура, вам постоянно идут начисления на бонусный счет. И квалификацию по маркетинг-плану вы практически получаете в тот же день. В большинстве партнерских программ, существующих в мире, присвоение новой квалификации, более высокой, и выплата денежных средств осуществляется либо раз в неделю, либо раз в месяц. То есть вы можете проработать, получить квалификацию новую, да, выполнить условия следующей ступеньки, например, 2 числа, а получите вознаграждение за весь отработанный месяц по квалификации низшего уровня. И только потом вам ее присвоят. К сожалению, так происходит. У нас такого нет. Это тоже преимущество нашего маркетинг-плана. Вот видите, что пишет Олег, да? Вот я, опять же, не в плане того, что у вас... Я, кстати, не люблю кого-то излишне мотивировать. Я заметил за собой, что вот проработав большое количество лет в MLM-бизнесе, да, где-то, наверное, нашел понимание того, что если вы людям говорите просто, общаетесь с людьми по жизни, они вам задают вопрос, а чем вы занимаетесь, и вы не начинаете рассказывать там про то, что вот стальное колесо крутится там по стальной чему-то, вы просто говорите: знаете, я сегодня сотрудничаю с компанией, которая выводит в свет там новую инновационную транспортную технологию, при этом я имею возможность получать доход. И вы кратко можете поделиться информацией, дать человеку ссылку посмотреть. Но если вы будете ходить с хоругвами, как я говорю, да, с плакатами «давайте все за мной», вы можете устать когда-то. Вот. И то, что нужно, по сути дела, несколько заинтересованных людей, которые вас выслушают, которые поймут, да, и начнут что-то делать. Видите, Олег написал, да, 20 человек, у кого появился интерес,
В структуре сейчас почти 600, 550 человек. Вот так работает партнерская программа, так, наверное, распространяется положительная информация. Хотя я знаю, что в мире людей страх и отрицательная информация распространяются еще быстрее. Да? Вот. Но, наверное, важен тот момент, то, что здесь вы как раз-таки распространяете положительную информацию. То есть вы людям предлагаете возможность улучшить их жизнь сегодня, улучшить их жизнь в будущем, ну и ни много ни мало улучшить жизнь человечества в целом. Потому что технологии Юницкого данные вопросы как раз-таки затрагивают и будет решать. Важно, что у вас внутри, то есть как вы к этому относитесь. Если вы спокойно, если вы уверены в том, что вы делаете правильно, у вас все получится. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее, поймите правильно, мы все разные. Да? Вот. Кто-то может лучше что-то может рассказать, кто-то хуже, но знаете, именно для того, чтобы у людей получался бизнес, и существует целая череда мероприятий, которые проводятся в компании. Да? Это и офлайн мероприятия, и, скажем так, люди, которые вас пригласили, если они в вашем регионе, в вашем городе вообще хорошо, они вам могут помочь построить структуру. Это онлайн мероприятие, на которое вы можете пригласить своих друзей, знакомых. Важно, чтобы эти люди, которые, скажем так, не были просто камнем на дороге, да, а интересовались чем-то, и действительно, скажем, в их жизни были какие-то, ну, мотивы, да, что-либо делать, что-либо предпринимать. Какие есть вопросы по маркетинг-плану? Спасибо вам, Олег, за то, что поддерживаете, дали эту информацию. Видите, 549 человек – это пока только до восьмой глубины. Да? Что может дальше происходить? Структура может развиваться еще больше. Соответственно, все больше и больше уровень глубины, большие товарообороты могут приносить и больше денег. Кстати, здесь есть еще и моральная составляющая хорошая. Да? Если вы пригласили какое-то количество людей, и благодаря тому, что вы когда-то это сделали, люди стали зарабатывать, да, их качество жизни стало меняться в лучшую сторону, и они вам стали благодарны, ну разве это не счастье? Это, я считаю, что это уже большой-большой позитив. Смотрите, Юрий, если давайте я вам сейчас покажу, да, раз уж мы этот вопрос прозвучал, где в личном кабинете можно увидеть расписание живых вебинаров. Давайте я вам немножко подправлю, пока в личном кабинете внутри этого нет, да, но вот на сайте компании, сайт компании Skyway Capital, главная страница. Так, сейчас у меня загрузится программка. Не отключил телефон, сейчас мы это дело устраним. Так. Я открываю экран, просьба такая. Если видите мой экран, поставьте, пожалуйста, плюсики. Кто-нибудь. Видно, да, что происходит. Смотрите, вот сайт компании. Вы сказали, напишите. Вот сейчас вы видите, да, я вам сейчас ссылку в чат просто сброшу. Это главная страница сайта компании Skyway Capital. Что вы делаете? Вот у нас о компании. Видите, я подвел мышь. Вот написано «Региональные лидеры». Третья строчка сверху. Кликаете по этой третьей строчке сверху. Происходит прогрузка сайта, и вы заходите на страницу, которая рассказывает о том, что у нас в целом ряде регионов, в целом ряде стран существуют лидеры партнерских структур, кстати, у которых есть дополнительные вознаграждения. Помимо того маркетинг-плана, что я рассказал, как правило, об этом рассказывают по понедельникам и по вторникам Ирина Волкова, которую вы сейчас видите здесь на экране, и Инета Анжина. И здесь написано, да, вы можете записаться на... скажем, записать свои данные вот по этой ссылке, чтобы подать заявку на то, что вы будете организовывать большую партнерскую структуру, а вот написано расписание ближайших офлайн-презентаций. Ссылочка. Нажали на эту ссылку, происходит прогрузка страницы, это Google таблица, которую вы ничего здесь не можете поломать, вы можете только ее посмотреть. И, пожалуйста, июнь, июль, август, да, будьте с нами. Пошло график. Расписание, точнее, мероприятий, написаны города, ответственные и даты, когда проводятся мероприятия. Для того, чтобы узнать, где и во сколько, ну, лучшее, что вы можете сделать, позвонить людям, ответственным в этих городах за развитие бизнеса. Вчера мы сделали, скажем так, первую попытку обзвона по этому списку и несколько, скажем так,
городов у нас появится в списке на сайте Анатолия Эдуардовича Яницкого. Я сейчас вам тоже попробую. Вот. У нас есть сайт yunitskiy.com. На этом сайте есть расписание. Вот видите, здесь в новостях расписание, конференция и пошла информация. С понедельника будет, если не ошибаюсь, по 6 городам мы выяснили и время, и место. То есть вы можете зайти на сайт Анатолия Эдуардовича Яницкого в расписание вебинаров, в расписание, точнее, мероприятий, увидеть города, которые будут на следующей неделе. Через неделю у нас там подправятся, будут еще города. То есть, может, мы отработаем какую-то методику и, скажем так, даже вот в этом расписании, которое на месяц. Ну, люди строят бизнес у нас, кто-то в офисах, кто-то нет, потому что у нас не обязательно, да, открывать свои офисы в городах. Вот, вы можете этот бизнес строить где угодно, давать информацию, вот. Есть люди, которые привязываются к каким-то гостиницам, к каким-то залам и четко знают, когда у них это будет происходить. Есть те, которые это делают, ну, скажем так, по мере движения. Ответил на вопрос, где можно посмотреть, да, Юрий? Вы знаете, Тамара, по поводу, почему не пропечатывалась сумма в строке «Акционный счет», я могу предположить только одно. Вы пробовали оформить либо акционный пакет, либо рассрочку. Вот. С акционного счета можно купить только те пакеты. Я сейчас снова поделюсь экраном. Так, экран. Начинаем трансляцию. Возвращаемся в личный кабинет. Региональной конференции мы разобрались. Сайт Анатолия Эдуардовича Яницкого я вам тоже сбросил. Так, коллеги, личный кабинет партнера компании Skyway Capital. Вот у нас раздел «Инвестировать». Сейчас чуть-чуть подгрузка пройдет, и вы увидите. Вот у нас поначалу идут баннеры с информацией о том, что можно купить пакеты акций в рассрочку. Да? И вот у нас есть пакеты. Так вот, с акционного счета вы можете купить только те пакеты, которые находятся вот на этом светло-серо-зеленом фоне. Здесь у меня светло-серый, дома светло-зеленый. То есть разная цветовая гамма настройки экрана, да? Это пакеты стоимостью от $15 до $150 000 из стандартного прайс-листа. Вот на этом фоне. Если вы попробуете купить вот эти пакеты, да, у вас не получится купить с акционного счета пакеты, которые относятся вот у нас на синем либо на желтом фоне, либо рассрочку. Только со светло-серо-зеленого фона. Стандартный прайс-лист. Вот такие дела. Знаете, у меня получилось. Вот у меня были накопления небольшие на бонусном счете, на акционном счете там $190. Я выбрал пакет один за 130 и второй следом за 60. И с дисконтом 100 у меня было оплачено, в итоге получилось 19 тысяч акций. Да? Если бы я брал просто пакет за 30, то там была бы своя сумма, свой уровень доходности. Кстати, вы все знаете, да, то, что если вы выбираете два пакета, на одном больше дисконт, на другом меньше, то вот на меньшем пакете дисконт будет пересчитан по большему пакету, то есть у вас будет большее количество акций. Не слышно совсем стало или что? Дайте, пожалуйста, обратную связь, слышно или не слышно. Видите, кто-то слышит. Так, друзья, в принципе, если вопросов больше нет, то информация, которая на сегодняшнем вебинаре была, но у меня вся. Сегодня в 19 часов вебинар, который будет проводить Григорий Мирошниченко. Интересный человек, активный сетевик, он, скажем так, человек-взрыв, да, то есть человек-фонтан. Вот, поэтому вы можете, пообщавшись с ним, узнать способы, которые, возможно, вы вчера не знали, как строить, развивать структуру, как ими управлять и так далее. Спасибо вам за внимание. Всем хорошего завершения недели. Да? Кто-то, может быть, даже отдохнет какое-то количество дней, потому что очень упорно работал в последние дни, скажем так, дисконта действующего шестого этапа. Вот. Если вы активно поработали, если вы, скажем, привлекли большое количество людей в это время, я вас хочу поздравить, потому что вы за это, я думаю, были хорошо вознаграждены в виде тех процентов, которые вы получили вот по этой партнерской программе, о которой мы с вами сейчас говорили. Партнерская программа простая. Я не призываю никого, да, опять же, я не хожу там с флагом или с чем бы то ни было, но если в вашей структуре уже есть какое-то количество инвесторов,
поделитесь с ними информацией о том, что вы знаете, вот ты молодец, ты в будущем будешь получать серьезный доход, но у нас есть возможность сегодня, вот так как я сделал, да, ты можешь зарегистрировать кого-то и будешь получать доход. Приглашайте людей на подобный вебинар, потому что, опять же, цель этих вебинаров не такая, чтобы мне там, например, укрепиться в мысли, что я знаю маркетинг-план и так далее. Цель – это максимально помочь вам, нашим партнерам, инвесторам, доносить информацию о нашем проекте на презентациях, которые у нас есть, вебинары вечерние, да, там это, ну, я, например, веду понедельник, четверг, у нас по средам технологические вебинары, да, на которых много людей присутствует. Григорий Мирошниченко рассказывает о способах, как работать с партнерскими структурами, да. Инетта Анжина ведет, скажем, работу в первую очередь с лидерами структур. Потом у нас есть мероприятие, которое проводит Владимир Маслов, где он рассказывает об адресных проектах. Если у вас есть люди, проживающие за границей, да, в регионе стран Восточной, Западной Европы. У нас в последнее время проходят вебинары на чешском, словацком, венгерском, иногда на эстонском языке, на французском языке. Да. В ближайшее время там подключатся люди, которые будут вести на английском. Кстати, одна из новостей, к концу этого месяца, вот, ну, мне это хочется, мне сказали, да, что еще добавится порядка 6 языков, на 6 языках будут страницы нашего сайта и личного кабинета. Мы растем, мы развиваемся, мы рады, скажем так, сотрудничать вместе с вами, помогать вам. Вот. И, в принципе, я всегда рад, когда кто-то мне пишет, что вот он развивает структуру, он зарабатывает деньги. Потому что я знаю, что такое сетевой, я активно занимался этим бизнесом когда-то. И всегда, наверное, радостно даже не то, что тебе там что-то накапало на бонусный счет, а радостные глаза людей, которые благодаря тому, что что-то ты им донес, да, у них что-то в жизни поменялось в лучшую сторону. Итак, коллеги. Хорошего дня, хороших выходных.